Еще вам расскажу очень интересный рецепт, который я привезла из Болгарии. Попробовала его первый раз у своей любимой свекрови. Это болгарские перцы запеченные, и запеченные определенным способом. Они нереально вкусные, очень вкусные. У нас с ней была такая история щепетильная, и она в благодарность мне подарила такой замечательный болгарский агрегат. Нигде его не видела, только в Болгарии. Называется он чушка-пек. Что делает он? Мы его нагреваем, кладем туда болгарские перцы, ждем, когда они запекутся, вытаскиваем, освобождаем их от кожицы. Примерно у нас с вами получается вот такой вид перца болгарского. Болгарский перец выделяет сок. Это не масло, это сок болгарского перца. Потом мы солим чеснок и подаем. Всегда тарелка с болгарским перцем, с таким, остается пустой. Я очень благодарна своей свекрови, что она мне подарила такой шикарный чушка-пек. Всем приятного аппетита. Пока.